Хочу показать приложение, я считаю, лучшее из всех приложений, которые работают с пульсом, которые фиксируют пробежку, записывают данные, то есть спортивный трекер. Называется SportActiv. Я перетестировал кучу приложений, которые работают с данными параметрами, то есть беговых трекеров и прочее. Вот реально, я их перетестировал. Не буду называть, чтобы не дискредитировать, чтобы не создавать антирекламу. В общем, SportActiv переплюнуло всех. Во-первых, это приложение, оно работает с кучей параметров. И все это выводится на дисплей. Например, мы можем вывести... Вот здесь 4 параметра мы можем выбрать, которые у нас будут фиксироваться в процессе. Значит, можно вывести, например, энергозатраты, поменять на дистанцию или на темп. То есть 4 основных параметра, которые мы будем фиксировать в процессе бега. Ну, вот в данном случае я установил время тренировки, текущий пульс и спутники. Со спутниками беда, потому что сейчас такая ситуация, спутники глушат. Вот. Но до этого времени данный трекер фиксировал до 2 метров, то есть очень четко обрисовывал трек на карте, то есть пройденную дистанцию. Вот. Надеюсь, скоро это время опять наступит, когда все будет хорошо. Вот, значит, что здесь есть? Заходим в настройки. Здесь видно данные спортсмена. И можно установить пульсовую зону. Да? То есть он по умолчанию выстроил, учитывая мои данные, оптимальные, скажем так, пульсовые зоны. Он выстроил уже. Параметры GPS, как я уже сказал, с этим не очень хорошо. Значит, порог высоты, то есть это он еще и фиксирует рельеф местности. Датчики пульса. Датчик пульса в данном случае тикер у меня стоит. То есть приложение мгновенно подхватывает датчик, то есть не нужно танцевать, и сразу же идет фиксация пульса, прям мгновенно, ничего не нужно нажимать. Это очень здорово. Из удобностей, вот голосовой вывод, да, то есть это персональный тренер, который озвучивает голосом параметры, которые вы выберете. В данном случае предупреждение о превышении пульса. Ну и, собственно, через какой интервал. У меня выстроен поминутный интервал, то есть через 1 минуту вот, можно выбрать через какую дистанцию. То есть через каждую минуту он мне озвучивает в процессе данные. Вот я нажимаю. Время 53 минуты 53 секунды, пульс 90. Вот, можно выстроить голосовые подсказки других параметров, но мне пока это не надо. Так, что еще тут есть? Ну, в общем, очень широкий функционал. Очень хорошо. Все работает. Ну, вот я говорю, если бы не омрачала ситуация со спутниками, то лучше приложение не найти. Всем спасибо.